Приветствую подписчиков канала Лорайская усадьба. Сегодня монтируем контейнерную площадку 3 метра в длину. Здесь чистят землю, расчищают место. Обшили торцы. Будем сейчас поликарбонат, потом поднимем заднюю стенку. Все, каркас собрали, обшили. Профлиз заднюю стену, вверх поликарбонат, уголочки поставили. Сейчас осталось ее переместить на место, на подготовленную площадку. Закончили монтаж контейнерной площадки. Габариты контейнерной площадки в глубину 1,5 метра, высота 2,40. Ширина, длина 3 метра, две секции по 1,5 метра под 2 бака. Сваренная конструкция с профильной оцинкованной трубой 20 на 20, 20 на 40, столбик 40 на 40. Все сварочные соединения сделаны по кругу. Поликарбонат зеленый 4 мм. Профлист зеленый С8. Закреплена площадка на арматуру и привалена на асфальт. Заказывайте металлоконструкции, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока!